Здравствуйте, дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели, дорогие наши партнеры. Хочу вам сообщить одну очень новость. Мне очень жаль, конечно, к сожалению, что иногда люди пользуются моими именами, как будто якобы я президент их компании, якобы я партнер их компании, или якобы я инвестор их компании и так далее. И пытаются, используя мое имя, привлечь инвестиции и так далее, и так далее. Дорогие мои, я вас очень прошу, прежде чем куда-то вкладывать свои деньги или что-то нибудь такое, убедитесь, что действительно эта информация правдивая. Можете выйти на наш сайт wordsamo.com или на наш сайт udi.group. Вы можете выходить, написать, моя администрация обязательно вам ответит, насколько это достоверно, правда или нет. Я вас очень прошу. Поэтому некоторые будут говорить, Довлатов рекомендует наши компании и так далее, и так далее. Пожалуйста, убедитесь, что это все правдиво. Мне очень жаль, но иногда люди так делают. Я просто хочу оберегать вас от ошибки. Спасибо вам.